Впервые успешно смешав цемент в условиях микрогравитации на Международной космической станции, ученые установили, что он немного отличается от земного. Человечество использует ту или иную форму бетона для строительства уже более 5000 лет, но только сейчас начала изучать возможности его применения для создания сооружений на Луне, Марсе и других мирах. В рамках исследования затвердевания цемента в условиях микрогравитации, космонавты смешали в пакетах его основные элементы известь, силикат кальция, воду, и оставили высыхать на 42 дня. В результате было установлено, что космический цемент действительно может затвердеть так же, как и на Земле, но обладает некоторыми уникальными микроскопическими свойствами. Из-за слабой гравитации на МКС, полученный раствор имеет удивительно однородную плотность. В обычном образце были характерные слои из-за гравитационного осаждения. Исследователи отметили еще одно важное отличие. В космическом цементе образуется много крупных воздушных карманов, что делает его более пористым. Пузырьки воздуха не поднимаются на. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.